Лоскутные одеяла, мягкие игрушки и аксессуары для декора помещений учат делать своими руками не где-нибудь, а в Брестской центральной городской библиотеке имени Пушкина. Плюсы таких встреч очевидны. Время, проведенное с пользой, приятное общение и сувенир на память, сделанный своими руками. Сегодня у нас замечательный мастер-класс – это пасхальный петушок. Мастер-классы у нас не первый раз. У нас работает творческая мастерская, которую возглавляет мастер Голик Алена Васильевна, методист отдела маркетинга. И у нас уже есть круг ребят. Это есть ребята юные, это маленькие участники 21-й сад, который находится в нашей библиотеке. Мы с ними сотрудничаем. И вот сегодня у нас в гостях Василиса Ангелина. Это ребята из старшей группы «Солнышко». На столе разложены матерчатые лоскутки, мягкие наполнители и заготовки будущей игрушки. Юные рукодельницы Василиса и Ангелина внимательно слушают мастера, а затем под чутким руководством выполняют очередной этап пошива. Может, и не все получается с первого раза, зато с каким интересом и старанием девочки участвуют в работе. Мы тут делаем петушка, и мне очень нравится. Я давно на мастер-классе, и я ставлю себе петушка. Осталось сделать крылышки, ножки и глазки. Я еще приду, и мне очень нравится. Вообще у нас очень разные мастер-классы бывают. Мы стараемся каждый мастер-класс приурочить к какому-то празднику. Например, сказочное дерево у нас было к каникулам. Дети... скучали на каникулах некоторые, приходили, делали сказочное дерево и связали. Скоро будут еще к Пасхе у нас яйца, мы будем украшать лентами, бисером, тоже очень будет интересный мастер-класс. Делали зайчиков, улиточек, новогодний мастер-класс очень хорошо у нас пользовался спросом, елочки, тильды, подвески из фетра у нас были на елке. У них все получается, если что-то не получается, я... помогаю. С помощью мастера девочки сошьют еще не одну мягкую игрушку. А вообще в этой библиотеке каждый найдет себе занятие по душе и по возрасту. Следите за афишами, ведь в преддверии светлого праздника Пасхи сотрудники отдела маркетинга подготовили сразу несколько тематических мастер-классов. Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.